дорогие друзья, я вас приветствую. Меня зовут Дима, вы на канале Библейских Пророчеств в последнее время. Очень скучаю за вами. Слава Господу за то, что есть возможность встречаться с вами. Слава Господу за то, что починили мой компьютер. Спасибо вам огромное за материальную и молитвенную поддержку. Сегодня немножко для души. Сегодня немножко для души. Поразмышляем над Словом Божьим, поразмышляем над тем, почему же народ израильский 40 лет ходил в пустыне вкратце за несколько минут. Я понимаю, что эта тема очень глобальная и большая, об этом можно говорить вечно. Но мы попытаемся понять основные моменты, почему же так произошло и как это применимо сегодня, как это практично и актуально в нашей христианской жизни сегодня. Предлагаю нам открыть текст. Вы видите на экране книга Второзакония, 8 глава. Давайте прочитаем этот текст. Все заповеди, говорит Господь, которые я заповедую вам сегодня, старайтесь, старайтесь исполнять. То есть нужно для того, чтобы исполнить, исполнить Слово Божье, исполнить Нагорную проповедь Христа, исполнить 10 заповедей, если хотите, да, нужно прилагать усилия, старания. Оно само собой, собой в нас не произведется. То есть мы должны хранить себя в чистоте и святости. Да? От кого это зависит? От нас с вами. Мы должны прилагать усилия. И Господь говорит к израильскому народу, которые идут в пустыне, старайтесь исполнять, потому что это была у них большая проблема. Для чего? Для того, чтобы вы были живы. Ты хочешь быть сегодня жив? Ты хочешь ходить в полноценной, нормальной, счастливой жизни? с Господом. Старайся исполнять Слово Божье. Для того, чтобы ты был жив, и не просто ты был жив, но чтобы ты размножился. Бог тебя благословит за твое послушание, другими словами. И дальше, чтобы вы пошли и завладели землей, которую склятву обещал Господь отцам вашим. Господь обещал тебе землю, но не просто так на тарелочке, дар а ты должен завладеть этой этой землей ты должен проявить все свое старание все свое усилие Господь тебе да дает землю говорит вот земля иди но не так все просто не так все просто как оказалось в контексте и помни весь путь подчеркните слово помни давайте так в первой, в первом стихе подчеркните слово старайтесь. Старайтесь. Поразмышляем об этом. Что значит стараться? Стараться быть прилежным в школе, да? Стараться быть хорошим христианином, хорошим семьянином, хорошим гражданином своей страны, хорошим членом церкви, да? Надо стараться исполнять слово Божье. И помни второй стих. Помни. Пусть наша память всегда работает хорошо. А то многие из нас уже начали страдать деменции. Заб забывать, где и откуда они пришли, откуда они вообще-то упали. Помни весь путь. Помни. Вот тут память надо включать нашу. Не забывать. Помни весь путь, которым вел тебя Господь. По пустыне вот уже 40 лет. Вот уже 40 лет. То есть они на пути, да, они вышли из, 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 египетского рабства, и они в пути, они еще не вошли в землю обетованную, они только идут, идут по суровым, по суровому климатическому поясу, они в пустыне, в жаре. Можете себе представить, их там тысячи тысяч. Они идут 40 лет, я уже иду 25 лет, скоро будет 30 Сколько Ты идешь в Господе, и проходишь ли Ты пустыню в своей жизни? Или идешь по полю нюхая ромашки? Идешь ли Ты за Иисусом Христом, беря крест Свой, или же крест где-то под кроватью э, пылится? Итак, Господь тебя ведет именно по пустыне. Израильский народ, Он ведет именно по пустыне. Для чего тут ответ? Чтобы. Смирить тебя. У Господа есть цель. У Господа нет цели погубить тебя, когда Он допускает испытания в твоей жизни, какие-то скорби, какие-то потери в твоей жизни, какие-то неприятности. У Бога нет цели тебя погубить или чтобы ты упал и не встал. У Господа есть цель укрепить тебя, укрепить твою веру в Господе, чтобы ты больше доверял Господу. Господь тебя раз и поддержал, Господь тебя раз и поднял, Господь тебя взял и обнял, и утешил, когда это требовалось. Правда? Но главное, чтобы ты не забыл, чтобы ты и я помнили, как Господь ведет нас по жизни. Ведь это для нас прообразы. Да, это был действительно исторический факт, такое случилось. Но как это применимо сегодня к нам? Вот весь вопрос. В чем? Чтобы смирить тебя. Господь смиряет нас через то, что проводит нас, через годину искушения, если хотите, через пустыню, через скорби, через болезни, через потери, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя. Любая машина, которая производится в этом мире, она испытывается. Машину так просто не выпускают в мир и не продают людям, если машина не прошла испытания на скорость, на грузоподъемность и так далее. Так же и здесь. Господь с нами работает. С каждым из нас индивидуально в той или иной ситуации. С каждым из нас Господь работает индивидуально чтобы нас смирять, чтобы нас испытать и чтобы узнать, что там у тебя в сердце. И будешь ли ты хранить заповеди его или нет. Вот цель, для чего Бог тебя проводит по пустыню. Главное это нам понять а вот верное понимание этого вопроса. Потому что если мы неправильно будем смотреть на пустыню нашей жизни, то у нас будут большие проблемы. Если мы не будем и не научимся смотреть на пустыни нашей жизни глазами Иисуса, глазами Господа, то у нас будут очень большие проблемы, если мы полагаемся на себя, а не на Господа. Бог нас испытывает, чтобы узнать. А как узнать, если тебя водить по злачным пажитям и по плодородным землям? Как узнать, что ты за человек? Человек познается в беде, да, друг познается в беде, есть такая пословица, вот это оно. Господь проверяет, причем внезапно проверяет. Он испытывает, что мы за люди, что мы из себя представляем. Мы только в церкви кричим «Халлелуя», поднимая ручки. А как насчет нашей практической повседневной жизни, как мы ведем себя с женой, как мы ведем себя в семье, как мы ведем себя с коллегами по работе, как мы ведем себя с одноклассниками, однокурсниками, как мы ведем себя вообще в бытовой жизни. Вот вопрос в чем. Вот что Господь хочет узнать. Ни больше, ни меньше. Это все прекрасно, что ты ходишь по воскресеньям в церковь. А как насчет остальных дней? Как насчет того, когда ты остаешься один в доме? Он смирял тебя, он томил тебя голодом, он питал тебя манною, сверхъестественно с неба падало нечто похожее на хлеб, который ты не знал и не знали отсытывать». чтобы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек. В первую очередь человек должен уповать на Господа и на Его Слово, а потом уже на все остальное. Потому что не одним хлебом будет жить человек. Если ты не покушаешь там три дня, ну, ничего с тобой не случится. А вот если ты не перестанешь с Господом общаться, изучать Слово Божье, а ты отпадешь и погибнешь. И не только здесь, но и в вечность. И об этом мы дальше прочитаем. Итак, для чего же? А, ну, то, что нам нужно точно уяснить, что человек живет Господом, Словом Божьим, третий стих. Словом Божьим. А все, что мы проходим, это для того, чтобы Господь нас укрепил в нашей вере. Давайте правильно относиться к нашим личным пустыням. Для чего Бог водил израильский народ по пустыне, если можно дойти до обетованной земли, было за 40 дней, а не за 40 лет. За 40 дней можно дойти не спеша туда. И здесь мы находим частичный ответ от самого Господа. Если ты сегодня проходишь пустыню в своей жизни, задаешься тем же самым вопросом зачем мне свалилось на голову все это Господь дает ответ здесь. при всем при этом давайте не забывать что бог заботится о нас ежесекундно. Бог заботился о тысячах, тысячах в пустыне израиль, об израильском народе. Да неужели ты думаешь, что Бог не позаботится о тебе сегодня в современном мире, если ты будешь уповать на него до конца? Давайте 4 стиха дочитаем. Одежда твоя не ветшала на тебе. 40 лет, друзья. Некоторые, некоторые люди носят одежду неделю, или ботинки, или туфли. Все, мне уже, мне уже не интересно. Или там порвалось что-то. 40 лет. Не 40 дней, не 40 месяцев, 40 лет. Одежда на тебе не ветшала, нога твоя не пухла вот уже 40 лет. То есть не было проблем со здоровьем. Потому что Господь заботился о тебе, несмотря на то, что проводил через суровое испытание. Согласитесь. Это Господь заботится о тебе, если ты не болеешь, если одежда твоя на тебе, если тебе есть что кушать когда ты открываешь холодильник, ты еще выбираешь, да? А этим в пустыне не на что было рассчитывать. Это пустыня, там холодильников нету. И постоянно быть в движении надо. То есть ты остановился на какое-то время, потом надо идти дальше. Паломничество. Транзит. И знай, в сердце твоем, что Господь Бог твой учит тебя, как человек учит Сына Своего. И так для чего Бог проводит нас через пустыню нашей жизни? Потому что Он еще, несмотря на то, что Он смиряет нас, испытывает нас, Он еще нас чему-то учит. Это такой, знаете, ну нельзя, опыт невосполнимый, да, или не... Не купишь этот опыт, жизненный опыт, духовный опыт, его не купишь, через него только надо пройти, человек становится другим. Человек или ожесточается в грехе своем, или же смиряется и начинает каяться, и жизнь его начинает меняться. Вы понимаете? Неоценимый опыт, вот хорошее слово, неоценимый опыт духовного хождения с Господом когда мы не только среди плодородной земли находимся, но и проходим через пустыни, через суровые дни в нашей жизни. Господь нас еще при этом и учит. Учиться можно не только за партой. За партой это теоретические знания. А вот в жизни, когда ты живешь, это уже практика пошла, друг мой. Это уже практика. И вот на практике человек и проверяется, а не за партой. То, что ты сидишь за партой, это прекрасно. То, что ты получил бакалавра, магистра, богословия, это хорошо. Но не это определяет тебя как человека. А то, как ты будешь жить в жизни, когда выйдешь из этого заведения духовного. Что ты вообще за человек? Вот это определяет Господь, и ты сам себе определишь, ты сам же себя тоже видишь. И дьявол тебя видит, и Бог тебя видит, и сам ты себя видишь, что ты за человек. Итак, Господь еще раз предупреждает, храни заповеди Господа Бога твоего, ходя путями его и боясь его. Храни, это не просто лежи на кровати, но еще ходить, ходить надо. Ходить, то есть практическая, христианская жизнь, ходить. Ибо Господь Бог твой ведет тебя в землю добрую. Туда, куда тебя Господь ведет, та земля хорошая, плодородная, прекрасная. Только Господь знает твой путь. Только Господь знает намерения свои, твои, мысли твои, не Господа мысли. Твои пути не Господа пути. Он только знает намерения о тебе во благо, а не на зло. Если ты что-то проходишь, не ожесточай сердце твое, а наоборот, смиряйся и говори, Господи, спасибо тебе, за то, что ты меня проводишь, за то, что ты меня наказываешь, за то, что ты меня смиряешь, за то, что ты меня испытываешь, за то, что ты меня учишь как человек, учат сына своего, это же прекрасно. Значит, ты законный ребенок Господа. А если бы Господь на тебя внимание не обращал, махнул рукой, о, чтобы там с нами было, тогда мы незаконные дети. Тогда Господу все равно на тебя. Нет, Господу не все равно. Господь ведет Тебя в землю добрую, в землю, где потоки вод, источники и озера выходят из долины гор. Рай. Царство Божье, Царство Небесное это прообразы для нас, друзья. Да, они шли в реальную землю, а мы сейчас идем куда? На небеса. Это описание места, где будет покой, радость, умиротворение и счастье вечное. Вот туда мы идем с вами, друзья. Но нам здесь надо прожить жизнь достойно звание христианина, звание Иисуса Христа. В землю, где пшеница, ячмень, виноградные лозы. Другими словами, ты не будешь гол, голодным никогда. Ты будешь наслаждаться прекрасами этой страны. Швейцария, если хотите. Смо, смоковницы, гранатовые деревья. Израиль, да? В землю, где масличные деревья и мед. То есть все. Забитый холодильник. Но ну, если говорить а, физическим языком. В землю, в которой без кудости будешь, есть хлеб, твой ни в чем не будешь иметь недостатка. Да, здесь ты терпишь лишения, да, здесь пустыня, здесь тебе тяжело, но туда, куда ты идешь, там прекрасно, и это не пустые обещания. Это сам Господь говорит. Я иду приготовить вам место, и когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были где. Я, наше жительство на небесах, в землю, в которой камни железа из гор, которой будешь высекать мед. И когда будешь есть и насыщаться, подчеркните, когда придет благословение, другими словами, в твою жизнь, когда ты начнешь ходить на злачные пажити и к водам тихим, придет такое время в твою жизнь также. Тогда благословляй Господа Бога твоего. Не забывай благодарить Его от всего сердца твоего. Не забывай. За добрую землю, которую Он дал тебе. Поэтому, если тебе есть во что одеться и что кушать, я говорю, благодарите и благословляйте Господа. И дальше предупреждение, 11 стих. Берегись. Берегись автомобиля. Берегись, чтобы ты не забыл Господа, Бога твоего, не соблюдая заповеди Его и законного постановления Его, которые сегодня заповедуют тебе, когда будешь есть и насыщаться, и построишь хорошие дома, и будешь жить в них, и когда будет у тебя много крупного и мелкого скота, и будет много серебра и золота, и всего у тебя будет много. Обещание Господа, у тебя будет много всего то смотри, чтобы не надмило сердце твоего и не забыл ты Господа Бога твоего, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Друзья, у каждого из нас есть очень плохая привычка быстро забывать плохое, что было до нашего покаяния, когда мы жили в Египте во грехе. Мы очень быстро забываем и привыкаем. И нам кажется, что это мы, что так и должно быть, что это, само собой разумеющиеся обстоятельства, да нет, мой друг. Нет! Это все Господь делает в твоей жизни. От начала и до конца. У нас есть альфа и омега, начало и конец. Поэтому, если ты имеешь одно зернышко благодари, если ты имеешь мешок зерна, благодарить им более. Не забывай, не дай Бог тебе, чтобы надмило сердце твое, что ты сказал Я! Это все заработал. Я это все приобрел, это я. И мы забываем Господа. Мы перестаем молиться, мы перестаем благодарить, мы перестаем смиряться. И опять Господь нас возвращает куда? В пустыню. На второй год остался. Опять будешь учиться тому же, пока до тебя не дойдет. Так что лучше схватывай быстро и применяй в жизни тоже быстро. С 15 стиха. «Который провел тебя по пустыне великой и страшной, где змеи, василиски, скорпионы, то есть дикие какие-то насекомые, звери, места сухие, на которых нет воды, который источил для тебя источник воды из скалы гранитной, питал тебя в пустыне манную, которую не знали от сытвы, чтобы смирить тебя, испытать тебя, чтобы впоследствии сделать тебе добро». Да несмотря на то, что мы проходим, нам тяжело, нам сложно, но впоследствии будет добро нам. И чтобы ты не сказал, все моя сила, крепость руки моей приобрели мое богатство, и Это то, о чем я говорил. Не дай Бог тебе так. Не дай Бог тебе говорить от первого лица, не дай Бог. Но чтобы помнил, опять помнил, не забывай. Исцеление нам всем от Господа, от деменции нашей, духовной. Помнил Господа Бога твоего, бо Он дает тебе силу приобретать богатство, дабы исполнить, как ныне, завет свой, который Он клятву утвердил отцам твоим». То есть даже если ты работаешь и ты не болеешь, и у тебя есть силы строить дом там, или заниматься чем-то, или думать, да быть администратором там, или там, строителем, неважно, то силу, которую тебе дает Господь и вообще жизнь твою, это от Господа. Не забывай об этом, друг мой. Не забывай. Если же ты забудешь, ну так случится. То есть есть тенденция, есть опасность. Недаром говорят, берегись. Есть опасность, поэтому идет предостережение. И нам, христианам в том числе. А если же ты забудешь Господа Бога твоего, ну может так случиться, к сожалению. И пойдешь вслед богов других, видите, как только ты забываешь Господа Бога твоего, как только ты забываешь Иисуса Христа, ты сразу отклоняешься вслед богов других. Автоматически ты начинаешь служить демонам и бесам. Видимым ли то образом или невидимым. Осознанно или неосознанно ты будешь слепым оружием в руках дьявола. Это тебе такую участь будет готовить Господь, если ты забудешь о нем, не дай Бог. И будешь служить им, и поклоняться им будешь. То есть будешь свое время на них тратить, на эту пустоту, на этих идолов своих любимых. То свидетельствую вам сегодня, что вы, подчеркните, погибнете. Вы погибнете. И неважно, еврей, не еврей, какой бы ты ни был национальности. Как только ты отходишь от Господа, у тебя начинаются большие проблемы. Как только ты приближаешься к Господу, приходит благословение. в наших руках. Как народы, которые Господь истребляет от лица вашего, так погибнете и вы за то, что не послушаете глаза Господа Бога вашего. Как язычники, так и евреи погибнут. У Господа все равны. Возмездие за грех смерть, а дар Божий жизнь вечного Христе Иисусе Господе нашим. У нас всегда есть право выбора. Проблема евреев была в том, что они какое-то время вот слушались Господа, шли за ним, любили его, а потом что-то у них пере, пере, переключалось, и они просто забывали его. Они роптали, они грешили, они отворачивали лицо свое от Господа. Им все надоело, как в том фильме да, Джентльмены удачи. А в тюрьме сейчас макароны дают. Ты вспоминаешь в своей греховной жизни что-то хорошее и забываешь, как было тебе плохо физически, эмоционально, духовно, морально. Я помню себя в этом состоянии, в какой депрессии, жесточайшей депрессии я находился, будучи подвержен, подвержен там наркотическим всяким веяниям и зависимостям. Я очень хорошо помню это время, друзья. Не дай Бог мне забыть об этом. В каком состоянии я был, можно сказать, предсмертным? Мне жить не хотелось, хоть иди и вешайся Мысли суицидные разные и так далее. Это серьезные вещи, это не шутки. С Богом нельзя шутить. И я помню то, в каком состоянии я был. Может быть, я кушал хорошо, и у меня было все. Ну, как бы относительно все, да. Но я не имел Господа, значит, не имел ничего. И последнее, на что я хотел бы обратить ваше внимание, друзья, это еще один фрагмент из Писания, он на экране. Послание к евреям, 3 глава, 7 по 19 стих, зачитаем. Это нам в напоминание нам, христианам, и евреям, и христианам, евреям, христианам, тут разницы нет, христианским евреям, или просто христианам, язычникам, сейчас уже не имеет значения, кто ты вообще-то. Если ты уверовал в Иисуса Христа, ты спасешься. Почему, как говорит Дух Святой, ныне, когда услышите глаз Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота в день искушения в пустыне? Автор этого послания вспоминает, как евреи шли через пустыню, говорит, не дай Бог вам, христианам, сегодня начать искушать Господа, начать роптать. Где искушали меня отцы ваши, испытывали меня и видели дела мои 40 лет, и тем не менее искушали да, Господа. Посему я вознегодовал на онный род, на это поколение, да, и сказал, непрестанно заблуждаются сердцем, не познали они путей моих. Представляете, идти выйти из Египта, идти по пустыне в ожидании обетованной земли, и Господь тебе говорит, ты не познал еще путей моих. Ты заблуждаешься сердцем, потому что постоянно искушаешь меня, постоянно ропчешь, постоянно чем-то недоволен постоянно в гордости и надмении ходишь, постоянно грешишь. Да сколько это может продолжаться, говорит Господь к тебе и ко мне. Говорит, я пост... поэтому, я и говорю, они не познали. Поэтому я поклялся в гневе моем, что они не войдут в покой мой. В покой мой. Иисус есть наш покой, да? Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного. Видите, тут сейчас переключается лично на каждого христианина. Лукавое сердце, неверное сердце. Проверяй свое сердце, друг мой. Лукавое, может быть, ты хитрый человек. Лукавый. Где-то ловишь корость, где-то ловишь пользу какую-то. Может быть, ты неверный. В чем-то верный, а в чем-то неверный. Здесь ты говоришь, что ты Господу служишь, а завтра ты Ему не служишь, и знать Его не знаю и так далее. Но ну, рано или поздно все будет проверено. Дабы вам не отступить от Бога живого. То есть если ты будешь лукавый и неверный, и вот в таком вот положении, зыбком находиться, рано или поздно ты можешь отступить от Бога живого. И тут мы подходим к вопросу, а можно ли потерять спасение? Можно, как приступил к Богу, так и отступил от Него. Поэтому столько предостережений, конечно, можно. Как родился в духовный мир, так и отошел. Если мы, получивший познание истины, написано, произвольно грешим, опять же, это наш, наш, наше право выбора, то мы будем ожидать гнев Божий наравне с языческими, с языческими неверными народами. Поэтому и вот столько предупреждений идет. Если бы так просто, раз спасен, спасен навсегда, как говорят кальвинисты. Нет, нет. Имя может быть изглажено твое из книги жизни, друг, запомни. Господь в вечности все это регулирует и знает. Мы не знаем, кто будет спасен, а кто нет, а Господь знает. Если ты сегодня спасен, то завтра можешь быть не спасен. Это очень серьезная вещь. Но наставляйте друг друга каждый день. Каждый день мы призваны друг друга наставлять в Слове Божьем. Пока можно говорить ныне. Пока мы еще живем, пока мы еще способны вообще что-то говорить и делать в Господе. Чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом. Видите, приходит ожесточение и приходит грех как результат. Ибо мы сделались причастниками Христу, мы стали частью Иисуса Христа, мы церковь, мы тело Христа, когда даже причащение идет да, в церкви, кровь и а, хлеб, кровь Иисуса Христа, вино и тело Иисуса Христа за нас ломим. Мы причащаемся, есть такое, есть такое таинство, такой обряд в церкви. мы сделались причастниками. Если только начатую жизнь твердо сохраним до конца. А если не сохраним вопрос, значит отступим, значит отпадем. Пока говорится ныне, когда услышите глаз его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота. То есть твой ропот это поговорит о твоем ожесточении сердца. И твой грех говорит о твоем надмении. Ибо некоторые слышавших возраптали, но не все вышедшие из Египта с Моисеем. На кого же негодовал он сорок лет? Не на согрешивших ли, которых кости пали в пустыне? Те, кто согрешил, те и погибли. Хотя вышли из Египта. Вы понимаете? Но не дошли. Их было очень много. Против кого же клялся, что не войдут в покой его, как не против непокорных? Вот если ты ропчешь, если ты надмение у тебя, если ты грешишь, ты непокорный Господу. Вот определение Господом о тебе и обо мне. И так видим, как они не могли войти за неверие. И все это неверие. Неверие в Господа Иисуса Христа производит весь этот грех и весь этот мусор в нашем сердце и в нашей жизни. Неверие производит страх. Неверие производит ропот. Неверие производит ожесточение сердца нашего грех и непослушание. Человек и весь народ перестает бояться Господа, и на его жизнь сыпятся все беды. И мало того, что Он здесь потерпит поражение, погибнет, так он еще и погибнет вечности. Он будет в ожидании суда ждать Господа в аду. Поэтому, друзья, я сегодня каждого из нас предостерегаю, как бы вам или мне тяжело не было сегодня, продолжайте идти, не останавливайтесь. Продолжайте верить в Иисуса Христа. И скоро вы достигнете цели, вы достигнете царства, где течет молоко и мед. Претерпевший до конца спасется. Как бы тяжело нам не было в этой пустыне, нам нужно ползти, но двигаться вперед к цели. А участь всех боязливых и неверных, как написано, и скверных и убийцы, и любодеев в озере огненном горящей огнем, и серою это смерть вторая. Аминь. Дай Бог нам быть готовыми к встрече с нашим Господом любимым, даже посреди пустыни нашей жизни. До скорой встречи. С Богом.